Так, ребятки, привет. Еще раз. Приехала посылочка. Как я понимаю, тут чехольчики, по-моему, 21 штука для айфонов или 4 или 5, плюс еще бусы. В общем, что тут да что, посмотрим. Вскрыл упаковочку. Заодно качество всех чехольчиков сейчас протестим. А, тут еще должен быть для Galaxy один чехольчик красненький какой-то. Вот, да, есть силиконовый чехольчик для Galaxy. Так, его качество. Вау. Тут есть кнопочки такие вставные. В общем, хороший чехольчик. Так, следующее. Вот так они все силиконовые. Мне обещали 21 чехол. Это вообще бамперы. Так, 1, 2, 3. Подумаю, вскроем. Такая вот совушка. Вот, в общем, красивая. Так, сколько у нас чехольчиков? 1, 2. Три, 4. Так, там снимает еще, да? 4. Это на 4-й iPhone, я так понял. Потому что он маленький. 3, 4, 5, 6. Ровненькие. Так, сразу, короче, я буду распаковывать и смотреть. 5, 6. Ровненькие. Черные такие, матовые. 5, 6, значит, это 7, 8. Силиконовый, а не силиконовый, ошибаюсь. Значит, 9, 10. Далее синенькие, 11, 12. Тоже в хорошем качестве. Далее еще черные. Тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть по этому по количеству есть. Беленькие, вот беленькие очень красивые. Так, беленькие тоже на месте. И фиолетовые. Фиолетовые. Один хороший. Второй тоже. А вот это, ребята, это уже нам подарок прислали, потому что мы его не заказывали. Это чисто бампер. Бампер, не знаю, наверное, тоже для iPhone 4. Вот такие два бампера. Ну, распаковывать. Не знаю, если... Не тяжело. А, не. Можно распаковать. Вот такой бампер легко цепляется. И черненький тоже в хорошем качестве. Это был подарок от продавца из Китая, от нашего партнера. В общем, ребята, всем, кому понравился ролик, если вы хотите попасть на наш видеообзор, заказывайте по ссылочке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки. В общем, всем спасибо, комментируйте, подписывайтесь, пока!